По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения правительства Севастополя Юрия Восконяна, все медучреждения Севастополя заключили договоры с охранными организациями. Он отметил, что разработаны и утверждены планы безопасности территорий, выданы инструкции по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях и при обнаружении бесхозных вещей. Во всех медицинских подведомственных организациях введены должности заместителя руководителя по безопасности. Необходимость в капитальном ремонте существующих или возведении новых ограждений территорий. Это связано не только с их полным износом или отсутствием, но и длительным процессом оформления в собственность земельных участков. И также вторая проблема – это оснащение техническими охранными системами и системами контроля доступа в объекты здравоохранения. К сожалению, у нас большая часть объектов здравоохранения построены по павильонному типу. Это более 140 зданий только тех, где оказывается медицинская, лечебная и диагностическая помощь. На оснащение пожарной сигнализации 23 медицинских учреждений города выделено 104 миллиона 100 тысяч рублей. Юрий Восконян утверждает, из них по 101 миллиону уже сейчас проходят торги. Контракты подписаны пока на сумму в 548 тысяч рублей. По ним оснащены 3 из 5 медучреждений. На аппаратном совещании Юрий Восконян внес предложение оборудовать общественные зоны медучреждений системой кондиционирования воздуха. Средства на установку кондиционеров перераспределят из других программ по линии здравоохранения. По результатам проведенной работы в настоящее время в 35 поликлиниках имеется потребность в кондиционировании общей мощностью 4 473 киловатта. В настоящее время завершается изучение технических условий подключения. Предварительная стоимость работ составляет 23,9 миллиона рублей. Из 161 учреждения образования Севастополя только 37 оборудованы пожарной сигнализацией. В первую очередь такой системой оснастили школы с круглосуточным пребыванием детей. Всего на установке пожарных сигнализаций выделено 294 миллиона рублей. На сегодняшний день проводятся торги еще по 62 учреждениям. Деньги все выделены. Соответственно, до ноября месяца все будет установлено. С заборами вокруг школ дела обстоят хуже. Этой осенью планируют возвести или отремонтировать всего 19 ограждений. Иван Клепачев, Анатолий Паньков, Севинформбюро.